Не опозиція, а пропозиція. Уже тиждень, як в країні з'явилася нова політична сила – пропозиція. Так звана партія мерів, хоча її учасники просять так їх не називати. Створена у Дніпрі та пафосно презентована у столиці. До складу увійшли голови лише 6 міст країни, хоча запрошували туди значно більше. Експерти одразу охрестили цю політсилу партію тих, кого нікуди не взяли. Ми замислилися, навіщо її створили, чому до партії пропозиція увійшло так мало міських голів і чому її досі ніхто не очолив. Ці питання ми поставили політичному експерту Денису Гороховському. І скажу я вам, цікава вийшла бесіда. Дивимося. Партія «Пропозиція» создавалась в первую очередь под Бориса Филатова, потому что он хочет любыми способами остаться во власти, остаться мэром Днепра, но при этом он уже переругался со всеми абсолютно политическими силами, как патриотического толка, так и оппозиционного толка, и никто из реальных политических партий не хочет видеть его кандидатом. Все мэры крупных городов, мэр столицы – это люди со своим политическим имиджем, со своим политическим рейтингом, и для них партия пропозиции – это просто балласт. И получается, для них вступить в партию – это просто на своем личном рейтинге вытягивать Филатова. Потому что из тех членов партии, которые мы сегодня видим, это скандальный Филатов, и это группа мэров маленьких городов, маленьких областных центров. Для примера, в топ партии входит мэр Каховки. На прошлых выборах, когда он стал мэром, он собрал 3900 голосов. Для масштабов страны это вообще копейки. Из крупных политиков, которые актуальны сегодня, вряд ли. Скорее всего, мы увидим или каких-то ноунеймов в партии, возможно, представителей бизнеса, которые решат инвестировать в партию. Или же мы можем увидеть каких-то политиков, которые вытянуты из нафталина и просто пошли туда, куда их взяли. С самого начала было известно и понятно, что УКРОП – это партия-однодневка, которая создавалась исключительно на патриотическом хайпе в 2014 году, которая объединила людей, у которых разные взгляды. И мы уже видим, что к сегодняшнему дню партия УКРОП умудрилась перессориться даже между собой. В принципе, сегодня партия УКРОП уже выкинута на политическую свалку истории Украины. И, собственно, именно поэтому Филатов вынужден был создавать свою новую партию. Визуал новой партии уже менее патриотичен, он по стилистике близок к партии «Наш край», например, он близок к оппозиционному блоку. И вполне возможно допустить, что риторика Филатова также изменится, и она уже не будет радикально патриотической. Единственный, кто ее сегодня может возглавить, это Филатов, а у Филатова негативный рейтинг выше, чем позитивный его рейтинг собственный. Во-вторых, мы понимаем, что пост лидера партии – это первое место в списках, это то, что еще можно продать и хоть как-то монетизировать. Поэтому я вполне допускаю, что первое место будет именно продано. Для Днепра это в первую очередь значит, что у Филатова есть реальный оппонент, который может выиграть на этих выборах. По рейтингам «Услуги народа» лучшие показатели по Днепропетровску и по области. Во-вторых, нужно понимать, что Макс Бужанский – это не только бренд «Слуги народа», это персональная история. И именно Бужанский, как политик, за последний год уже заработал свой рейтинг, свою аудиторию, свой кредит доверия. Поэтому для и «Слуги народа», и для города хорошо, что появился кто-то в противовес именитый.